выйти на море в рассвет. И попрощаться с закатом, чтобы встретить рассвет также. Платье бы куплено уже, у кого-то есть, вот, допустим, у нее нет. Я уже купила платье, но синее классическое. Мне нравится платье, которое пышное, такие развивало, чтобы так хорошо еще Вась танцевать в нем было, чтобы красиво было. Да, она пишет, я красиво танцевать. Основной моей мечты, чтобы мы все были вместе с классом. Чтобы все были трезвы. А я хотел бы его отметить как-нибудь по-особенному. Самое лучшее, думаю, было бы поехать со своим классом куда-нибудь в Лас-Вегас или куда-нибудь в Америку, там далеко прям. Посидеть, я не знаю, поиграть в покер, выпить виски Шато де Брюсо 1987 года. Я не знаю, просто послушать рок-н-ролл какой-нибудь. В общем, провести классное время, не так, чтобы просто, знаете, как какой-нибудь ресторан там или что ли в Калининграде. Именно не отметить в Калининграде, а где-нибудь за границей или что-нибудь такое. Выпускной моей мечты – это пенная вечеринка, чтобы было весело, чтобы было много народу, чтобы она вообще произошла на Ибице, там, чтобы море, там все, это все, да, это все красиво, чтобы была голубая вода, чтобы все ныряли. Купались, радовались, улыбки, веселье, это круто. Хорошее настроение и тоже, да. Чтобы собралась вся группа обязательно. Без драк. Ну, с ними веселее, конечно. Выпускной моей мечты. Какой он? Я, наверное, думаю, что он должен быть среди друзей, среди самых главных людей, с которыми я была на протяжении почти всей жизни. Наверное, я думаю, что он должен быть на берегу моря. Чтобы запомнился на всю жизнь. Чтобы там был бал, чтобы все были красивые. Я думаю, должен быть бал все-таки, чтобы запомниться. Поздравляем всех выпускников в этом году, которые заканчивают школу. Чтобы он запомнился на всю жизнь. Пускай последний в школе. Выпускной моей мечты уже давно прошел. Я хотел бы пожелать выпускникам хорошо отметить свой выпускной, много не пить, любить друг друга до утра и, конечно же, запомнить это время на долгие годы. Вот так вот.